А в Берлине тракторный марш. Сотни водителей, грузовиков, тракторов и тягачей протестовали в пятницу на площади возле Бранденбургских ворот. Они недовольны низкими зарплатами и плохими условиями труда. По их словам, индекс активности малого и среднего бизнеса снижается. Участники акции боятся потерять работу. Они говорят, что конкуренты из других европейских компаний предлагают товары по все более низким ценам, в результате чего могут пострадать немецкие фирмы.